Ты смотри, стоило только раскачаться, но вот чутье привело меня к следующему осколку. Определенно я чувствую что-то внутри. Зал трофеев. Вот это да! Неужели это шанс, мистер Осколок? А, наш. Прямо на блюдечке. Это может означать только одно. Ловушка! Есть. Но это было не так уж сложно. Да сколько можно? Отдыхай, моя добыча. Собирайся силами. Когда ты проснешься, мы начнем охоту. О, Кравен. Этот маньяк. Куда он утащил меня на этот раз? Что это за дьявольское лово? О, неплохой вид. Итак, у нас появился новый враг. Ну как, новый старый враг. Это Кравен. Охотник. Русский злодей. По-моему, его зовут Сергей. Вроде как. По комиксам. Вот. Давайте посмотрим, что он нам приготовил на этот раз. Так, удержите для полета на паутине. Окей. Что там? Что-то зашумело. Так. Можем так. Собираем всякие штучки, эмблемки. Эти эмблемы восстанавливают здоровье и дают вам эссенцию, необходимую для усовершенствования, собирая серебряные и золотые эмблемы. Усовершенствование. Здесь даже можно усовершенствовать героев. Именно героев, потому что у нас их здесь 4. Так, отлично. Отлично. Будем собирать по ходу дела все, что будет попадаться нам по пути. Ой! Добро пожаловать, Человек-паук. Добро пожаловать в джунгли. Этот камень, в нем заключена огромная сила. Я мог бы просто раздавить тебя, как жука. Но так ведь неинтересно, да? Истинная правда. В награду на эту догадку я дам тебе шанс выжить в моем испытании. Твои способности против моих, твой ум против моего. Вперед, начнем смертельную игру. Беги за свои награды, если тебе хватит смелости. Жесть. Прям испытание. Так, испытания какие-то у нас пройдены. Вы только что прошли свои первые испытания. Так, паутина судьбы. Добро пожаловать в паутину судьбы. Здесь можно узнать, какие испытания Человек-паук должен пройти, чтобы стать сильнее и получить новые способности. На экранах развития персонажей и боевых навыков показано, какие улучшения вам доступны. Офигеть. Здесь еще большая прокачка есть. Очуметь. Гигантская дверь. Доберитесь до площадки, где Кравен охотится. Найдите Кравена. Столкните 5 стрелков с выступов. А, вот это желтое, это пройдено получается. А вот это у нас... взять на заметку можно. Победите 10 охотников. Окей. Так, что у нас еще? Развитие героя. Развитие героя. Добро пожаловать в меню развития персонажа. Здесь вы можете обменять найденную эссенцию на различные улучшения. По мере прохождения испытаний становятся доступны новые усовершенствования. Так, испытание 5. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к длительности режима ярости. У нас все закрыто. У нас одно испытание из 180 пройдено. 675. Получается, это очки, да? О, нам ничего не открыть, ничего не работает. Так, что еще? Боевые навыки. Боевые навыки. Добро пожаловать в меню боевых навыков. Здесь вы можете потратить собранную эссенцию на новые способности. По мере прохождения испытаний вам становятся доступны новые способности. Здесь у нас всякие штуки уже куплены, получается. Какие-то испытания 3, испытания 5, 10. Ладно. Пока мы будем... Пускай копится у нас, как это называется, эссенция. Вот.
и потом посмотрим, что сможем сделать. То, что здесь у нас все закрыто еще. Я думаю, нам сообщат, когда можно будет тратить все свои штучки-дрючки. Так. Что, двигаемся к Равину? Что он нам придумал там? Преследуйте Кравина. Воу! Скорее, скорее! Хочешь, чтобы я пробежался по джунглям? Мне не оборачиваться. А, мне не оборачиваться? Не смейся надо мной, Паул. Ого, для парня в леопардовых штанах ты такой чувствительный. Для парня в леопардовых штанах. Так. У нас здесь ничего? В них ничего не бывает, что ли? Воу, воу, воу. Как мы можем. Паук разбушевался. Так. По выступам надо пройтись, получается. Окей. Воу-воу-воу. Ай. Я еще пока не привык к паутине, короче. Вот. Так, ты что? Воу-воу. Скорее, немедленно. Вперед, вперед, мы только начали. Что тут шумит? Твой энтузиазм меня пугает. Понятно, за ним, короче, надо двигаться все. Да, здесь тебя ждет много испытаний. Ловушки, дальнобольное оружие. И, конечно же, рукопашный бой. Как мило. Ты собрал собственную труппу? Это мои послушники. Они пришли к мастеру за знаниями. Я учу их выслеживать зверя, как величайший в мире охотник. И к тому же самый скромный. Смеешься надо мной перед моими учениками? Нет, перед твоим ансамблем. Внимание, вспомните все, чему я вас учил. Деритесь бесстрашно, будьте быстры и безжалостны. Да, посмотрим, чему вы там научились. Ну, покажите мне. Так, удерживайте левый shift, чтобы принять защитную стойку и сосредоточиться на противнике. В защитной стойке Человек-паук неуязвим для обычных атак. Чтобы выбрать противника, используйте, понятно, мышь. А, попробуйте. Давай попробуем. Так, стоечка. Воу, прям как матрица. Ха-ха, вот так. Такого вы не ожидали, да? О, как мы можем. Отлично. Двоих сразу. Превосходно. Не говори-ка. Мне тоже нравится. Так. У механика вроде как... вот помните старая игра про Человека-паука? Там первые части, это вот эти... Воу-воу-воу-воу-воу. Первой части на первой плехе. Вот. Похожая механика же, да? Или, может, я ошибаюсь? Кстати, надо будет как-нибудь пройти старые части. Кажется, мои ученики не смогли тебя остановить. Смеешься? Да они просто звери. Я выжил чудом. Правда? Нет, на самом деле. Так. А, вон еще один. А, отлично. Прям слоумо даже есть такое. Так, о чем я? Надо пройти как-нибудь будет первые части старые. Они прикольные. Я помню, залипал как-то раньше. Да блин, как же... Как же... О, прилип. Не могу все разобраться с этим... О, а куда ты? Отлично. Ох ты, прям в ухо. Отлично. Ну-ка идите сюда. Я хочу вот так сделать. Прикольно. Прикольненько. В будущем, я думаю, всякие приемы пооткрываем. Нам покупаем, будет вообще ништяк. Просто будет экшен.
Ну-ка. Следующий. Отлично. Так, не забываем про шип. Я что-то забыл совсем про него. Так, есть у нас здесь паучьи амулеты? Ни черта я не вижу. Ползем наверх. Отлично. За Кравена! За искусство охоты! Так, уклонение от удара. От некоторых атак нельзя увернуться автоматически. Когда вы увидите значок чутья над головой паука, быстро нажмите левый shift, чтобы совершить перекат и уйти от опасности. Вы также можете выполнять перекаты с уклонением, нажимая пробел в защитной стойке. Обратите внимание, у противника над головой также есть значок чутья. Научитесь быстро уворачиваться, когда тебя атакуют, совершая перекаты. Так, перекаты, я понял. Да уберись ты, я понял уже, что надо на пробел нажимать. Ну, в принципе, все четенько. Воу, опа. Эта табличка так и будет здесь висеть? That solves that. Что мадам Паутина сказала? Так. Вперед, джунгля, тебя ждет еще много сюрпризов. Прошу прощения, ты что-то сказал? Паучок кидается всякими шуточками. Ну, это в его стиле, в принципе. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе. Прилетели. Подожди-ка, пока он приблизится, а потом стреляйте. Воу. Противники с пушками. Кажется, начинается чемпионат по увертыванию. Хм. Ну, давай приступим. Воу-воу, ты куда полетел? Я не нажимал вообще паутину. Я говорю, матрица, блин. Ну-ка, давай-ка. Мне это понравилось. На. Отлично полетел. А куда он исчез? Так. На, не попал я по ней. Воу! Ползи, давай. Доступ первый навык. Новый навык. Вы прошли достаточно испытаний, чтобы получить первое совершенствование. Вы можете разучить новые боевые приемы, сделать удары сильнее, тело крепче. Нажмите правый shift, чтобы открыть меню развития. Так, что-то открылось у нас. О! Выстрелы паутины, захват апперкот, восстановление. Так, давайте посмотрим, что там. Ничего себе он там надавал. Выстрелы паутины ослепляют и обезвреживают врагов. Чтобы схватить ослепленного соперника на расстоянии, нажмите. Это Q получается. У нас, по-моему. Да, давай. Покупаем все. Схватив противника, мы можем подбросить воздух, чтобы беспрепятственно нанести еще несколько ударов. Угу. При захвате. Покупаем. Так, а на это нам денег не хватит. Восстановление. Если человека-паука отбросили назад, он может вернуться в бой для того, как коснется земли. Хм. Пробел нажать в воздухе. Так, ясно, понятно. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь имеется. О, сколько мы. Уже три испытания прошли, короче. Что еще? А здесь у нас. Здесь мы ничего не можем, да? Окей. Понятно. Да, я хочу его вынести. Ну ладно. Вот так. Я хотел вот так сделать. Ну, а что ты будешь делать-то? Ни черта мне не получается с этой паутиной, короче. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, я думаю, со временем привыкнем.
Так. Нам туда дальше, да, надо, получается? Ну, вот так ничего. Блин. Мне не получается. Ладно. Черт его. Неужели ты не чувствуешь, как кровь пульсирует по венам? Волосы на шее встают дыбом, сердце бьется как молот. Нет, я этого не чувствую. Отлично. С помощью паутины. Так, удар паутины. С помощью паутины можно быстро подобраться к врагу, избегать опасных ситуаций и применять удар паутиной, как только появится возможность. Удар паутины можно использовать в комбо-приемах. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! О, даже так. Прикольно. Ну-ка, еще разок. 10 ударов надо сделать. Получи. 4. 5. На тебе. По яйкам. Какой живучий ты гад, а? Ну, он и здоровее, смотрите. Больше каши, наверное, ел. Либо, кого там? Лосятина, наверное. Они же охотники. Так, выполнено испытание. Пройдено. А он не сдох. Воу. Это как? Нажмите Q, чтобы схватить предмет, который находится рядом. Затем бросьте его, нажав Q, или ударьте его ногой, нажав левую кнопку мыши или среднюю. Для прицеливания используйте... Понятно. О! Вот так, да, даже? Добил, так тебя. Так. О! Еще челобреки прибежали. Сколько их у вас? Так. Вот эта штука прикольно, мне нравится. Когда куча народу. Когда кучу народу, так разбрасывать паутиной. Все? Бинго, банго, банго. Бинго, бинго. О, 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 с автоматом. Есть. Еще одно испытание пройдено. Так, развитие. Давайте посмотрим. О! Плюс один к здоровью. Максимальный запас здоровья увеличивается на плюс один. Длительность режима ярости, ускорение восприятия. А, это для каждого, да, свое получается. А это для всех. Давайте вот это купим. Длительность режима ярости увеличивается. Ускоренное восприятие восстанавливается быстрее. Хм. Даже не знаю. На всех-то мне не хватит тут. Так. Ну ладно, давайте. Ярость. Правда, это не тот паук, который нам сейчас нужен. Ну ладно. Будем уже в следующий раз играть с прокачанным паучком. Паучье чутье. Огненная копия. Принято. Еще одна трупа. Что споете, ребята? Иногда противники блокируют удар паутиной. Ага. Воу-воу. Тут эти... автоматчики. Надо как-то с ними сначала, наверное, разобраться. На. Как тебе такое? Отлично. Так, пособираем ништяки. Отлично. Может, сюда? Нет, здесь ничего. Окей. Погнали. Ну-ка, ребята. О, отбил. Ничего себе. Воу-воу-воу-воу-воу! Если так... Ох ты засранец.
Ах ты, сзади. Да что ты из-за этой дымки, я ни черта не вижу. На, получай. О, улетел. Отлично. Все, разобрались. А, он еще. Там золотая штука. Золотая штучка. Так, где они? Еще налетели. Дай-ка я соберу-ка. Отлично. Воу-воу-воу, еще подвога. О, с ноги прям напинали. Напинали мне. Ладно, вы молодцы, умеете драться. Да что ты? Че, тебе пофиг? Ни черта себе. Ну-ка, а если так? Получил. Блин, там эти копии дымовые. Интересно, жизнь от этого тратится, нет? Еще с автоматом. Воу. Ну-ка, попади. Попади-ка по мне. Попробуй. Отлично. Nice warm-up, guys. Thanks. Воу. Acceptable. Так, а здесь у нас растяжки. Насколько я знаю, Крайон, он должен был напичкать, ну, типа, взрывчаткой, что ли, наверное. Ладно. Это не проблема. Мы легко с этим справимся. Воу. Ай-яй-яй-яй. Да что ты? Кругом эти штуковины стреляющие, плюющиеся. Хорошо, хоть стрелы не ядовитые. Ау. Не выйдет. Ладно, надо найти другой способ. Да сколько можно? Извините, у меня аллергия на пули. Цвет лица портится. Ты не сможешь уворачиваться вечно. Ты думаешь? Давай попробуем. Так. Зажали Shift, чтобы по нам не попадали патронами. Отлично. Жесть. Воу. Так. В смысле? Что надо делать? Уворачиваться? Просто продержаться или что? Я не понял. Или он... Что там, по дереву надо? Чтоб он попадал. Давай-ка, попробуем. Now, you die. Да. So many bad guys, фигушки. So little time. Ну, я ни черта не вижу, что там происходит, но... Did you see that? Так. Damn. Главное не отпускать шип. И все, и будет нам счастье. Да что ты, иди-то сюда, но. Попал, что ли, по мне? Как ты мог? Так. Отлично, вот это дерево, да. And we're off. Ах, рука затекла. Ай, попал. Ну, снова он по этому дереву стреляет, и я ничего не вижу. А, блин. Ребята,
Что вы все в куче? Подойдите, раз вы такие смелые. Нападите на меня. Мне приходится бегать за вами. Так. Что это? Это вода или молоко? Меня не сдует? Течением. Молочным течением. Так. Полетели. Отвалите. Есть. Отлично. Так. Что делать? Дальше бежать. По молоку. Так. Приятного плавания. Отлично. Да что ты? Есть, здорово. Все, надеюсь, больше такого не будет. Угу. Там поджидают еще враги. Окей. Получи. И тебе еще. Так. Тебе кувшина не досталась. Фантастик. Я знаю, что фантастик. Какой походняк. Что это за арена? Дай угадаю. Двое пришли, один ушел, так? Оу. О, мне нравится твоя шапка. Это из коллекции черепа? Можно я предложу усовершенствование? Что-нибудь из коллекции паутина? Ха, смешно. Вообще-то он сказал классика. Ну ладно. Как мне с этим драться? Понятно. Систему я понял. Так. Давай бей. Ну-ка. Отлично. Воу-воу-воу. Черт. Давай, бей. Ну. Да что ты? Надо было просто подбежать и ударить его. А если вот так? Ну? Давай, я жду. О, сдох. Отлично. Что там? Что еще? Еще один. А, двое? Ничего себе. Он еще жив. Я так надеялся, что вы усвоил. Что вы усвоили урок. Кравен. А, он убил. Я обещал показать вам настоящую охоту. Обещал вам победу. И я сдержу слово. Итак, финальная игра. О, Басяра. Отлично. Ярость охотника слепит его. Дождись, пока он бросится на тебя и сразит на нападение. Понятно. Оп. Понятно, фишка, как обычно, стандартная. Поворачиваешься и бьешь. Ну-ка. Давай-ка. А если вот так? Воу-воу-воу! Какие он штуки умеет. Ух ты, ничего себе! Куда, наверх надо? Получи. Ну-ка. Вот так вот. Это будет покруче. Воу-воу-воу, наверх. Ах ты засранец, а. Получил? Блин, промазал. Воу. Даже так.
А чё у меня встал-то? Лучше нападение — это хорошая защита. Так, бой от первого лица. Еще и от первого лица можно навертели, накрутили. Иногда дистанция боя сокращается до минимальной. Будьте наготове и уклоняйтесь от вражеских атак. О, уклониться. В смысле, это что, это shift или что это? Что это? Как это? Это стрелки? Оу. А, вот так. Понятно. Попробуй теперь попади. Я разобрался с управлением теперь. Хрен ты по мне попадешь. Так, пора проучить врага. Бой от первого лица. Ага, я понял. А тебе. Пахарьки твои. Неплохо. А теперь следите за ударами противника и проводите контратаки, когда представится возможность. Старайтесь действовать так, чтобы противник не мог предугадать ваш следующий ход. Оп. Отлично. На тебе, на тебе. Если так. Так. На тебе. Хук справа, хук слева. Что я сказал? Я по-английски не понимаю, давай. Жесть. Жестко, но прикольно. Так, ладно. К концу мир. Воу, наверх, наверх. Где ты там? Съел кусочек. Ох ты, еще какие-то штуки летают. Где ты? Эл, он как-то быстрее стал, нет? Или мне кажется? Так, наверх, наверх, наверх. Ах, ты засранец. Сбросил меня. Давай, тебе чуток остался. Да блин. Хватит кидать меня уже своими непонятными ножами. Воу-воу-воу. Жесть, короче. Комбинируемся. Ну сколько ты можешь стоять-то? Готовься к смерти, Кревис. Охота окончена. И как победитель я приказываю тебе уйти. Все разбежались. Неужели получилось? Отлично. Так, надо найти Кревиса. Преследуйте Кравина. Он опять умотал, что ли? Окей. Так. Ай! Ай-ай-ай-ай! Вечно забываю держать кнопку, короче, поэтому у меня он падает. Преследуйте Кравена. Угу. Ой, это что? Так, у нас развитие можно там развить. Смотрите, у меня с 13 тысяч эссенций. Из-за тебя мои ученики бросили меня. Ты насмехался над моими знаниями. Не просто насмехался, я его смешал с грязью. Я проиграл. У меня ничего не осталось. Ни чести, ни достоинства. Сергей, не делай того, о чем потом пожалеешь. Никто меня не остановит. Ну вот, ты сделал то, о чем я буду жалеть. Ничего себе, он стал быстрее, смотрите. О, где он? Прямо за тобой. О, какая мощь. Я быстрый как тигр, силен как лев. И подобно дикой кошке. Я играю со своей добычей. Hey, Craven, how'd you snare that fragment anyway? I am not completely ignorant in the ways of modern man, my friend. Okay. I secured it on the internet. You're joking. Well, I had the winning bid. Нажимать.
Так. Ага, короче, платформа надо туда. О. Так. Мне надо наверх, да, получается? Блин. Ребят. О-о-о, меня скинули. Так. Как меня достали тоже. Когда вы все кончитесь, а? О, блин, сзади пнул. Знаешь что, сзади неприлично нападать. И прикладом тоже неприлично бить. Окей. Так. Две кнопочки нажали. А, здесь еще, смотрите. Открывается еще. Там не только, короче, надо поднять наверх, а еще все, короче, эти открыть. Там, я так понимаю, это главная кнопка будет. Так. Куда? Наверх. Понятно. Лови. Лови, я пришел. And stay down. О, кнопка. Вижу кнопку. Так, группа. Очередная группа пришла противников. Блин, там, смотрите, здоровяк. Так. Ух ты! Это вот я не ожидал. Блин, я хотел эту взять вазу. Лучи. Нет, с этим так не прокатит. О! Кстати. Первый раз схватили противника. У нас получилось. Так. Остался здоровяк. А, нет, с автоматом кто-то еще. Погоди-ка, погоди-ка. Я хочу он с тем разобраться, который мешает. Вот так. А теперь мы с тобой один на один. Давай. Ну, давай-ка. Свой мощный удар, покажи мне. Покажи мне свой... свой самый мощный удар. А, все, сдох. Окей. Так, и сколько таких кнопок надо нажать? Так, судя по всему, наверное, еще две. Я так предполагаю. Окей, нам наверх. Так, сейчас мы возьмем вот так. И, наверное, получается куда? Сюда. Так. Здесь, в принципе, блин, не стоит заморачиваться. Вон, кнопка. Да сколько можно? Засранец, а.
взбесил один, получил другой. Да получи ты. Достал ты меня, короче. Есть. Отлично. А, все, это была последняя кнопка, что ли? А, да, вот финальная кнопочка. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Ой-ой-ой. Так, на самый верх. Фу, еще группа террористов. Я понимаю, что ты очень хорошо владеешь блоком. О, еще пришли. Сами друг друга там мочат, короче. Отлично. Остались здоровяки. Ну давай. Да я тут. Воу. Хорош болтать. Нападай. Ну куда ты ударяешь-то? Ну, туда, куда надо. Давай. О! Пропустил удар. Ну-ка, давай-ка. Еще. Ты умеешь лучше, я знаю. Так, один готов. Ну-ка. Он уронил меня криком. Да давай ты умри уже. Сколько можно? Блин, какой-то жуч. А, все. Как мешок с говном упал. Окей. Фу. А, еще выше. На самый верх. О, никаких свидетелей. Не будем отвлекаться. Это последняя битва. О, воу, какие спецэффекты. Воу, и огонь. Это похоже реально на последнюю битву. Какой-то веки я с тобой согласен. Ну давай. Что, принцип тот же, как и... Как и в прошлый раз? Короче, уворачиваемся и мочим. Уворачиваемся и мочим. Hey, Craven, remember that version of your vest that used to shoot rays from the eyes? Что у него за вспышки такие? Непонятно. Что-то ты без этого камня был как-то посложнее. Используй его же. Чё? Doesn't that outfit change? Без камня он был сложнее. Ах, ты засранец. Ну-ка, получи. Ну, еще разок ему, короче, заехать осталось. Оу. Что это значит? Вот так. Вот что это значит. Отлично, паук. Ты справился.
Как раз вовремя. Надеюсь, больше никогда в жизни не услышу слово «охота». Теперь за другими осколками охота продолжается. Итак. Новые биографические игры, эпизод доступны эскизы. Итак, дорогие друзья, вот мы победили Кравена, злостного охотника, завладевшего частичкой артефакта. Вот. Мы его победили, и следующую миссию, следующего врага мы узнаем уже в следующей серии. А эту серию я заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, всем буду рад. Предложения по прохождению играм добавляйте в группу, либо можете также написать в комментариях к этому видео, к другим видео. Вот. И что ж, я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.